Сколько сегодня людей накормили? Около 400 человек, может быть, чуть больше. Некоторые подходили по два раза, и мы сбились на 404-м человеке. Как партнер фестиваля «Зажигай весна», довольны ли вы результатом? Да, это замечательная идея. Замечательная идея в том, что заключается, что проповедовать такой здоровый образ жизни людям, которые сейчас в этом, мне кажется, нуждаются. И это актуально для молодежи, для всех возрастов, в принципе. И мы готовы, как партнеры, выступать всегда за такие социальные акции, где проповедуется здоровый образ жизни. Это замечательно. Какие планы на будущее у «Пищи жизни»? Планов очень много. Помимо того, что у нас проходят детские программы, у нас проходят социальные программы. И вот в рамках социальной программы проходит туда «Зажигай». И на 9 мая мы планируем в день Победы в парке провести творческую программу. И также планируем накормить замечательным угощением около 500 человек. Спасибо большое, всего лучшего. Счастья вам и любви.